До зимового сезону готовые. У Гомеля открылись универсальный каток на проспекте Речицкий, мелядовая пляцовка на скрыжевании в улиц Головацкого и Советской. Катки працуют что день с 10 до 22 годин. Наведвальники могут приходить со своими коньками, альбо брать их у аренду. Прокат обыдется у 2 рубли. Кошт сеанса у 45 хвилин – 4 рубли. Для детей до 10 годов – 2,5 рубля. Можно набыть и безлимитный абонемент на весь сезон за 336 рублей. Этого сезона достаточно много приятных сюрпризов для любителей массового катания на льду. Как то, допустим, на этом катке в будние дни безлимитное катание с 10 до 14 можно кататься, приобретя всего лишь один билет на катание. В этот же период времени на катке по Рижскому шоссе для любителей покататься скидка 50%. Помимо разовых билетов можно приобрести абонемент на 5 катаний, на 10 катаний. Можно приобрести безлимитный абонемент на весь сезон. А также у нас есть безлимитный абонемент семейный. Приобретя один абонемент, семья, независимо от количества детей, 1, 2, 3, может приходить и кататься сколько угодно, хоть ежедневно. На катку можно изгулять у хоккей командами. Одна година гульни обыдется у 125 рублей.